Кабала говорит о том, что действительно у нас есть власть над неживым растительными животными уровнем. Вопрос: все те каббалисты прошлого, которые поднялись на 125 ступеней, достигли окончательного исправления, насколько они сумели повлиять на эти уровни неживого растительного побочные явления? Они не влияли, практически нет. Я тебе и скажу почему. Действительность еще не раскрывалась в качестве интегральной действительности, взаимосвязанной. Мир не находился на этапах, подходящих к окончательному исправлению, как это происходит сегодня. Как и пишут каббалисты, когда уже мы несколько десятков лет находимся на этих этапах, но такого еще не было. Ари раскрыл методику исправления, потом продолжил ее Бальшемтов, Бальсулам. И лишь сейчас это впервые начинает реализовываться, выйдя из тайников. Все каббалисты существовали лишь для того, чтобы продолжать эту методику в общей цепочке, делать необходимые исправления каждый. Тогда каким образом каждый из нас влияет на весь мир? Мы уже влияем, потому что мы раскрываемся как взаимосвязанный организм. И та же возможность не существовала среди тех каббалистов? Нет, потому что общая система еще на этом уровне не находилась. Что пишет Бальсулам в своих писаниях? «Счастлив я тому, что я родился в том поколении, когда уже можно раскрывать науку каббала и исправлять мир. До этого еще такого не было. До этого каждый продвигался персонально».